Первенство города по теннису проводится в молодежном центре ежегодно и уже стало традиционным. На корте между собой соревнуются ребята из разных теннисных групп. В этом году в рамках первенства каждый участник сыграл по 6 игр в течение 4 соревновательных дней. Места распределялись по 3 возрастным группам у юношей и девушек – до 13, до 15 и до 17 лет. Соревнования по теннису завершились церемонией награждения победителей и призеров. Мне кажется, я играл где-то средненькое, мог еще лучше. Тут интересно играть, нужно бороться за выигрыш. Какие-то у тебя уже были победы до этого? Вроде 4 соревнования было. 2 в другом городе и 2 здесь. У меня было стремление к победе. У меня было желание победить. А первый раз, когда я пришла посмотреть, что это такое, меня это очень сильно увлекло. Я очень увлеклась этим спортом, потому что это, во-первых, очень подвижный, а движение – это жизнь. Ну и мне это очень нравится. К этим соревнованиям преподаватели провели с воспитанниками интенсивную подготовку. Юные теннисисты посещали летний спортивный лагерь, тренировались по несколько раз в день. И усталость не стала для ребят помехой. Каждый из них стремился показать на первенстве высокий результат. До 2 часов была одна тренировка. Кроме этого, была тренировка по теннису, тренировка по ФП и в бассейн ходили. А после обеда, когда лагерь заканчивался, он заканчивался в 2 часа, еще была тренировка вот в зале в спортивном. То есть практически по 3 тренировки в день. Все очень хотели. Ну, конечно, еще они с учетом хотели, что осенью отборочные выиграть, потому что, как мы видим, после отпуска сразу будут практически тренировки, отборочные на выездные соревнования. Секция тенниса приглашает на обучение на новый учебный год ребят от 7 до 18 лет. Занятия проходят в теннисном зале молодежного центра. На начальном этапе тренеры обучают новичков азам тенниса, а также готовят юных спортсменов к соревнованиям различного уровня. Приводите к нам детей в молодежный центр. Также всех научим. Обучение у нас хорошее проходит. Вот, маленько обучение пройдут, потом в соревнованиях. Ну, какой-то год провал будет, а какой-то год уже лучше будут играть. От года в год все лучше и лучше играют. Так что хочется сказать родителям, приводите детей, не бойтесь. Подробную информацию можно узнать по телефону 991-05. Сейчас теннисисты молодежного центра готовятся к выездным сентябрьским соревнованиям. Первенство области в Дзержинске. Светлана Ярунова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.